Всем привет, директор на связи. Директор, всем привет пока. О, видите. Так, ставим планки. Был дождь ночью, все четко не затекло. Но там яндову надо чуть будет, наверное, продлить. Вот так вот поролон приклеим. Вот этот, кстати, дешевый. Вот самоклеющий. И вот так вот под низ. И если отсюда посмотреть, он четко все перекрывает, и оттуда не будет ни снег, ни дождь задувать. Вот так вот. И сейчас все это дело профиксируем. Вот он имеет метр, и вот такой вот баллончик самоклеющий, дешевый, но пользу с него намного больше, чем с дорогих каких-то там прибомбасов. Вот сейчас дело фиксируем. Конечно же, надо было еще там стык пройти с силиконом. Ну, посмотрим, может быть, и пройдем. Вот. И сюда он заходит у нас где-то на сантиметров 5 под черепицу. Не 5, у нас осталось здесь где-то примерно 10-12, она имеет, по-моему, 20. 10 сантиметров заходит под черепицу. Вот. И по пути сейчас меняем, где лопнутый. Лопнута черепица. Вот. Черепица дохуя, да, вот. И все это дело фиксируем. Вот, и у нас здесь есть рейка. Сейчас тоже ее зафиксируем. И будет отлично. Поролон прижался, он себе уляжется как надо. Там уляжется, и снег не будет туда задувать под низ. Так, все, по крыше все закончено. Сейчас Серега запиляем. Вот здесь Г-образный запиляем черепицу, чтобы туда вставить, чтобы не затекало. Там не знаю, что там. Ну, в принципе, не должно затекать. Здесь вот примыкальные планки все готовы. Литровые установил, ну как бы зафиксировал, покуда, можно сказать, временно, потому что снизу будет делаться подшива, потом мы их отрегулируем. Вот здесь все у нас установлено. Везде поролончик есть, местами поставили чуть больше. Вот, и вот здесь чуть-чуть усовершенствовали яндову, были куски металла оставили, чтобы то уже стекало сюда, а это уже будет стекать вот там, то есть чуть подлатали здесь. И все, здесь тоже у нас планки стоят. В принципе, с крышей у нас вопрос закрытый. Теперь надо там думать, подшивая она получится там широкая. Ну, короче, это надо будет поставить леса и уже потом уже с подшивой там думать, как ее правильно, либо полностью гладким, потому что она там маленькая. Ну, короче, буду внизу, покажу. У нас заканчивается последняя ступенька, вот. Вот здесь она заканчивается. Это у нас будет она вот здесь начинаться. Первая, ну, примерно где-то отсюда вот так. Первая, вторая, третья. Это если делать по стандарту 30 сантиметров для ноги. Вот. Здесь у нас вот здесь заканчивается ступенька, вот. Вот сюда у нас получается от двери 90 сантиметров, то есть дверь у нас имеет, вот так я беру от петли, 60, и то есть если дверь откроется, еще 30 сантиметров площадки в эту сторону, вот к нам во двор будет. А вот здесь будет начинаться первая ступенька, вторая и третья, вот, то есть вот это вот так вот полукругом. Но площадка будет, как бы будет все нормально. То есть у нас получается, если оттуда кто-то зайдет, уже будет, ну, как бы она не пользуется этой двери, там редко. То есть она откроется, и все, и ступенька будет, все нормально, здесь все красиво. Так, слазим мы на низ. Здесь планы меняются ежедневно, в течение недели никто не может понять, как юлить эти ступеньки за качество. То так хотела, то так, то так. Короче, покуда мы ее не перекопаем, наверное, аж до того забора, мы не определимся с этими ступеньками.
пену посрезал. Сейчас буду перетирать, делать плоскость, потому что вот он уже плотно стоит. И здесь эти рубцы надо все по плоскости повытягивать, по вырезать. Ну что, фасад кривой, будем делать с него ровный. Ну, по крайней мере, думаем, что будем делать. А будем ли мы его делать ровно или нет, тут еще непонятно. Вот, и ждем заказчика, что уже там полтора часа, что занимает художеством. Рисует ступеньки какие. Вот. Рисует какие хочет ступеньки, и походу малювания в школе не было. Не может понять, какие она хочет. Покуда Серёнька после чарочки венца на перекуре. Если, говорит Серега, если заказчица будет так думать неделю, то вино в бочке закончится, да? Шехай недели две думая, да? Главное, чтобы вино не заканчивалось, хай думает. Так, ладно, будем перетирать и ждать результата по ступенькам. Так, забутували. Вчера у нас уже следующий день. Забутували вот этот полукруг, покуда мудрували. Заказчица не могла понять, какую надо уже. Короче, слепили то, что есть. Вот, натянули вагонку. Вчера взяли гипсокартон, ломается. Думали обтянуть пленкой, так он сильно пилот не покрутило, да. Пеной взял, порасклинил вот это все дело. Вот фасад практически весь выровненный уже пенополистиролом. Откосы вот так вот проклеил, но не все, конечно, вот, чтобы не было промерзания. И взял ножовку по дереву, сделал такую агдезию, клей не поотлетал. И вот сегодня думаем порог вот этот, ну, одну ступеньку залить, а завтра будем уже лить другую часть, будем забутовывать. Есть столбики, всякая ерунда. Вот, забутовывать, чтобы он не ссовывался, потому что то дорого, арматура еще какая-то ерунда, то подешевле. Ну, то есть сделать то, не знаю, что называется. Ну, ничего, сейчас мы забутуем эту ступеньку. 30 сантиметров будет ширина ступеньки, высота местами 20, местами 25. Вот, ну, когда подровняют по этой стяжке, уже будет все четко везде. Там вообще следующие идут у нас по 20 сантиметров, это нижняя, потому что там она выходит с той части 20 и с этой тоже 20, а здесь она сама площадка клюнула вниз. То есть потом буду там подсыпать, равнять, что хотят тут делать. Пускай. Наше дело сейчас залить и сделать более-менее ровно и красиво. Так, куда влетит курит? Мы по пути еще тянем потолок. Такой вот кучек умов. Мастер у нас там на объекте. И сейчас быстренько натягиваем потолок. Разогреваем его, натягиваем и лупашим его в объект. Так, потолочек на месте. Подсветильники вывели, может, мы будем цеплять завтра, может, нет. Все вроде нормально. Вот такое, куча углов и куча нюансов. Два угла перепаял. Не знаю, закручивал или нет. Два угла перепаял. Так вроде бы все нормально. Стена очень даже ровная. Так что снимаемся на этот объект. Серега, блядь, скучает по пенопласту и по бетону. Да, Серега? Да, откушай, блядь, не ебать мне голову нахуй. Вот так вот. Вот так он меня разъебывает. Заруби, так Мейсон приехал. Так, тут у нас уже откосики все поклеены. Сейчас чуть подрежем. Ступенька одна залита. Вот, сейчас обклеим там и потихоньку будем собираться. Вот зонты. Где надо, уже посверлили. Здесь чуть потираем, может, и здесь сейчас посверлим, посмотрим. Там сейчас все подрезаем. А, зябли. Слева уже залита. Не надо ходить. Вот. Что нам здесь? Нам здесь сейчас мы откос обклеим.
И будем, наверное, потихонечку собираться домой. Все вот так вот уже вырисовывается. Вот. Ступенька уже чуть не такая мягкая. Вот завтра будем выставлять вот эту часть и поехали, поехали. То время идет, а толку покуда никакого. Осталось сейчас чуть мелочь вот эти все поподгонять. И потом уже, когда уже, конечно, сетка кинется, будет намного лучше и симпатичней. Штрафник напился вина. Его наказали, поставили директором бетономешалки. Больше не дают ему вина, он обиделся и пошел мешать раствор. Что он тебе говорит, налей стакан вина, да? Так, откосы клеятся. Сейчас поклею, пообмазаю этой. На сегодня будет шабаш. Завтра, скорее всего, буду перетягивать его. Клеить сетку внутри, углы и так далее. В принципе, до вот этого угла можно смело ставить уголок здесь и смело затягивать полностью сеткой вот эту часть.